Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинк, и в этом видео я покажу, как создать яркий, оригинальный дневной макияж, который будет мерцать и светиться даже ночью. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Для теней я возьму вот эти тени от марки Revolution. Я на них уже записывала свой честный обзор со свотчами. Палеточка называется Эйфория. Она безумно бюджетная и до сих пор находится в наличии. Поэтому обзорчик по традиции я оставлю в описании под этим видео. Заглядывайте, увидите. Возьму, конечно же, вот эти синие матовые тени с легеньким таким серебристым шиммером. И все остальное в этом макияже будет создано при помощи косметики от 7 Days. А точнее, вот таких вот светящихся лайнеров. И в качестве бонуса один маленький лайфхак с блестками тоже от 7 Days. Это вы увидите в конце этого видео, поэтому садимся. Смотрим внимательно до конца. Проверяем пальчиком, пальчик не липнет, значит берем палеточку и... наносим вот эти голубые тени вот такой широкой кисточкой на поверхность века и подвижного века, плавно растушевывая. Тени я нанесла, ляпки-тяпки, которые осыпались, подтерла. И теперь начинается магия света, цвета и ультрафиолета с использованием вот таких вот аквалайнеров от марки 7 Days. Я уже предварительно подготовила нужную мне кисточку для точной прорисовки. Она узенькая, синтетическая и куплена в обычном художественном магазине. Уже предварительно налила в мисочку чисто кипяченой водички, потому что эти мультифункциональные лайнеры работают по принципу влажной кисти, то есть влажная кисточка, немножко смочить содержимое в баночке. Все очень просто и экономично. И, кстати, они не осыпаются, тем самым позволяет их использовать для дневного макияжа и ярких образов. Теперь выбираем вот такую плоскую кисточку для прорисовки бровей или стрелочек. Она узенькая и плоская. И ей начнем заполнять большинство того, что я прорисовала по границам. Также будем заполнять при помощи вот этого белого лайнера. С макияжем глаз я триумфально закончила. Уже видно, как получается нежно и воздушно. А сейчас переходим к макияжику лица. И тот самый лайфхак с блестками от 7 Days, о котором я говорила в самом начале этого видео. Лайфхак будет состоять в веснушках. Но веснушках необычных, а веснушках при помощи вот таких вот серебристых блесток в ролике. Он универсален для лица, тела и, конечно же, ярких вечеринок и образов. В данном случае с его помощью я сделаю яркие веснушки в виде блесток.
Я обожаю вот эти веснушки в виде блесток при помощи вот этого ролика, потому что они высыхают моментально, не пачкаются, не прилипают и не осыпаются. А теперь довершу это все при помощи вот этого белого лайнера и вот такой вот плоской скругленной кисточки. Нарисую поверх вот этих веснушек облачка. Я попробую одну такую маленькую хитрость и посмотрим, что из этого получится. Я возьму вот эту же скругленную кисточку и просто слегка, вот полупрозрачно пройдусь по волоскам на бровях и по ресничкам. И посмотрим, насколько это будет светиться. Я уже вкрутила лампочку, уже выключила основное освещение. И сейчас начнется магия света, цвета и ультрафиолета. И пока еще я не выключила свою кольцевидную лампочку, мы можем оценить весь мой результат по этому гримному, макияжному, яркому и воздушному образу при свете. А сейчас, буквально через мгновение, при ультрафиолете. Получилось нарядно. Даже вот блесточки переливаются. Все прям, все идеально. Мне нравится. Немножко даже сияют бровки. Немножко прям таким легким инеем сияют реснички. Красота, крылышки видны. Немножко все-таки мне мешает тот свет в комнате, который сейчас есть. Все-таки видео я записываю при свете дня, и окошко мне нечем закрыть. Но главная суть усвоена. Все сияет, все блестит и все переливается. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать маленького креативного бьюти-пусику со своими большими пальцами вверх. Это для меня лучший стимул двигаться дальше и креативить все больше и больше и чаще. Да, поэтому поддерживаем, не забываем. Также не забываем подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Ну а вам хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, только позитивных бьюти-эмоций и всего-всего, что вы искренне желаете. Пусть оно сбудется. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг. И до скорых встреч через один день.